Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, начинаем, как обычно, с друзей. Ну, хорош, 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 давай. О, тут, кстати, совсем немножечко мне осталось, ребята, и я получу. Но я буду получать сегодня подарки или нет? Эх, эх, не хватило чуть-чуть, ребята. Буквально совсем малость. Что у нас тут? Так, забираем. Забираем, здесь тоже забираем. И, а здесь еще рановатенько, нам говорят. Хорошо, тогда мы отправим, пожалуй, вот этих вот опять на тренировку. Ну и, соответственно, сюда, конечно же, тоже, ребят, мы отправим. Давай, 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 давай. Поехали, как говорится, они у меня. Ух, ну что, ребята, отправляемся прямиком с вами в магазин. И ничего я здесь не могу купить. Ничегошеньки. Хорошо, так, что у нас, ребята, по армии? О, ну неужели, у меня, ребята, крестьянин апается до 3 звезд. Так, у него топорик, остановится, булавушка, и у него уже красный костюмчик. Хорошо, так, что у нас тут? У нас у нежити, что? Оу, у нас оборотень получает 4-ю звезду. Ну-ка, давайте-ка глянем на него, на красавца, на нашего. Развить, конечно же. Ёлки-палки, какой он стал свирепый. И такой прикольненький, честно говоря. Мне нравится прыгун. Так, и что-то еще у нас здесь. Вау. У нас апается база, ребята. Это у нас пагода. А ну-ка, 2-ю звезду, что у нас тут меняется? Была деревянная, стала кирпичная. Ребята, это, по-моему, да-да-да. Где самураи у нас, да? Нефритовая империя, короче. Все на этом, да? Или что-то еще можем? Нет, ребят, по-моему, все. Хорошо. Так, ну а мы с вами отправляемся на прохождение основной сюжетной линии. Поехали, посмотрим. Кстати, надо было на арену заглянуть, мне кажется, да? Так, что у меня тут все собрато? Так, у меня открыт этот. Ну, поехали, ребята, что у нас тут? Ага, 46 и 44 уровень. Крестьяне, грубо говоря. Так, а что, если я возьму, ребята, вот этот... Нет, этот отряд, это бесполезно. Хотя, подожди. Если, предположим, мы прапаем своего толкателя... Так, секунду. А я смогу его хорошенько прапать? У меня сколько вообще бабла, а? Ну-ка. Понятно. Вопрос, ребята, закрыт. 5000, я ничего не смогу сделать. Ладно, хорошо. Раз я не могу пойти этим отрядом... Блин. Давайте тогда вот этим вот. Вперед, как говорится, из песней. Будем наказывать, жестоко наказывать. Ха-ха, вражину этого. Понеслась. Я думаю, что, ребята, мы здесь пройдем на изи. Оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо-тихо, роднуль, ты куда это у меня собрался-то, эй? Крестьянин, я что-то не понял. Ха-ха-ха, ну бас, ё-моё, а. Получил свое. Я вот еще вызову сюда вот этого вот паренька. Ох, сейчас он вам тут даст трёпу. Паладин, еще успокойся, а, пожалуйста. Нервируешь меня. Так, крестьянин слег. Дайте мне монетки. Давайте вызовем голема. Еще вот так вот, и все. Ну, ребят, сами понимаете, первые уровни проходятся на изи. Просто изейшие. Но концовочка, я думаю, будет довольно занятная. Потому что я больше чем уверен, там появится грифон. Там появится маг, скорее всего. А может быть даже хилка. Все это мы с вами увидим. И кто у них здесь? У них, по идее, герцог, да? Король. На коне, босс. Ясно. Ну, ребят, если что, мы будем с вами готовы. Так, а здесь у нас, значит, появляется копейщица, да? Да, копейщица и, блин, этот паладин. А вот и копейщица, ребята. Так, ну давай попробуем. Попробуем, ребята, их наказать всех. Так, воблер, твоя очередь выходить. Дайте манны мне. Отлично. Ой, копейщицы упали, ребята. На! Буянит он еще. Блин, смотри-ка, голема подбили. Заморозка. Эй! Она и не понадобилась, ребят. Ну что же. Этот уровень тоже нам дался довольно легко. И мы с вами двигаемся на третий. Так, ребят, вот. Уже пошла сложнота. Знаете почему? Потому что здесь грифон. Кто у меня может против грифона? Воблер? Вряд ли. Его будут разбирать. Здесь есть вариант. Здесь лучница. Поэтому придется вот этим, ребята, отрядом идти. Хотя этот отряд у меня супер-пупер-убер, ребят. На работе играл. Прошел
уровень сложности, особенно на арене, там был офигеть, чувачок. И именно вот этот отряд у меня затащил. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, выходи, самурайчик мой. Ну, на, наказали. Еще разок. Слушай, крепкий какой-то. Так, погоди-ка. Тут у нас палыч вышел, да? Нам нужно срочно вызывать боевую жабу. Да, именно боевую жабу, ребята. Еще вызовем одного самурая. Так, я что-то не вижу грифона, ребята, а он должен быть. Он должен быть. С секунды на секунду должен появиться. Но почему-то нету. Меня это даже немножко напрягает. Давай-ка, некро. Устроим там. Вон, слышу звуки грифона, ё-моё. Ты смотри-ка, подбил мне все-таки танкулю. Ну что, крестьянин раз... Ай, Палыч, успокойся, а. Крестьянин там еще что-то вы... Тихо. Не выеживаемся, ребята, не выеживаемся. Так, давайте еще одну некро вызовем с вами. Отлично, все, ребята. Замок подбиваем. Еще и две карточки успели ухватить. Так, это у нас была третья, да? Еще предпоследний, ребят. Кто тут добавляется у нас? Добавляется лукарь. Но не апнутый. Три звезды. Хорошо, поехали. Я думаю, что все равно мы здесь одержим верх. Самое тяжелое, конечно же, будет на последнем этапе, ребят. Когда появляется будет босс. Там, как говорится, кто успел, тот и съел. Но не забываем, что там рыцарь, а он мощный. Мощнявый. Он когда пробивает своим копьем, мало не покажется. Так, копейщица вышла. Что же мы будем делать с вами, ребята? Что мы будем с вами делать? Надо, мне кажется, некро вызвать. Некро, блин. Пока она созреет. Воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, как вражеский лук там бомбит. А если мы вот так вот сделаем? Что они на это скажут? Так. Давай-давай-давай-давай. Тоже вызовем лучников, ребят. Ах, как колобки-то сейчас будут бомбить. Ой, как несладко будет сейчас врагу. Да, ребята, эти колобки жарят не по-детски. Она их вызывает и вызывает, некро. Да, ребята, но в лидеры я, к сожалению, не вошел на арене. Потому что сейчас там слишком высокий уровень. 52-й, по-моему. А, как знаете, у меня всего лишь 46-й. То есть слабенький я вообще там стал. А хотелось бы, конечно, хоть как-то продвинуться. Так, ну что же. Мы начинаем бомбить базенку, ребят. И все, я думаю, что шансов у врага нету даже тут ничего. Ну что он сейчас, ну, попыхтит и... О, если я богиню света вызвал, все, ребят. Это хана мандрыга называется. Почему? Ну, потому что она очень супер мощная у меня. Прожигает насквозь любую пачку. Какая бы там ни была. Ну что же, давайте попробуем с вами пройти. А, нет, ребята, я ошибся. Не рыцарь здесь, здесь пастырь. Да-да-да. А рыцарь тогда у кого? А, все, вспомнил я. Рыцарь это там, где воры. Там, где фехтовальщики. Это совсем другая опера, короче. Ну, со жрецом, ребят, я думаю, нам будет попроще. Да, он хотя хилит и вешает на союзников щит. Блин, особенно паладин под щитом, это, конечно, больно будет. Ха-ха. Ладно, ребят, накапливаем себе 500 манны и сразу же вызываем ее, сразу же. Это в наших интересах. Чем быстрее мы ее вызовем, тем быстрее возьмем преимущество. Так, ну давай, магия, ну. Есть, все, ребята. Теперь вот так вот сделаем. Что ты там? Грифончик. Ну это и понятно, ребят. О! Тыщ, тыщ. Хорошо-то как. Вот о чем. А, он успел тоже пастыря вызвать, да? Ладно, давай посмотрим, кто сильнее. Ты со своим пастырем или я с богиней света? Фига ты пастырь такой. Неплохо прапанный. Не-не-не-не-не. Ничего тут не поможет. Твои щиты. Это все фикция, ребята. Элементарная. Вот, видите, о чем я... О, карточка по срядам досталась. Все, я думаю, что, ребята, здесь сами прекрасно видите, что будет. Будет изящная победа. Хе-хе-хе. Просто богиня света, как говорится, показала, на что она способна, что она может делать и как она это делает, в конце концов.
Вот и все. Круто, мне понравилось. Вот это самая у меня такая пачка, ребята, прокачанная, ну, можно сказать. И мы получаем с вами ящик подданных. И кто же нам достается? А, нет, фехтовальщик и копейщица, значит, здесь. Слушайте, а куда же тогда у нас относится рыцарь? Ну, разве не к людям? Слушайте, дайте-ка я посмотрю, ребят. Что-то меня как-то немножко это настораживает. Я всегда думал, что король находится у людей. Ну, тут что-то меня с панталок сбивает. Так, да нет, ребята. Ах, тут, видимо, тут можно взять либо короля... Ага, либо пастыря, все, понял, ребят. Значит, ничего, я не ошибся, все нормально. Просто я не думал, что здесь можно два вызывать босса. Вот это, ребята, ежедневку я пройти не смог. Меня просто кумарят. Вот эти вот щеглы просто разносят меня в пух и прах. Выбирал я своего этого пилорамщика. Рыцаря брал, прокачал банши. И кто же еще тут у меня? А, и щитоносец не помогло, ребята. Вот эта хрень, вот эта вот хрень вместе вот с этой вот просто разносит щепки. Вот этот говнюк из притяжка-то всех бомбит. Короче, неподходящих нет у меня юнитов для прохождения вот этого ежедневного испытания. Так, ну а мы с вами, ребята, отправляемся дальше. И у нас нежить. Нежить, хорошо. Против нежити, ребята, у нас кто здесь у нежити из летунов? Летающая мышь, да, плюющаяся кислотой. Да, не очень хороший юнит. Ну а что поделаешь. Погнали, ребята, будем отжигать по полной программе. Так, накупим маны себе впрок. И я думаю, что начнем, пожалуй, с голема. Да, голем здесь будет самое то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, некро, только тебя не хватало. Почему сразу некро, а? Почему ее сразу же вызывают, эту хламонку? Она меня нервирует. Давай, воблер, вся надежда на тебя. Ты должен здесь справиться у меня. Так, ну что, будем бомбить, наверное? Давайте бомбанем. Блин, бомбанул на свою голову. Оу! Ты посмотри, что только происходит здесь, ребят. Да, без воблера мне будет плохо. Хоть он здесь помогает нам. Причем довольно хорошо помогает. Он пробивает сразу всех вот этих вот скелетиков. Черепучки. Колобки. Как хотите их называть. Ну, и вы поняли, о чем я. Причем она без остановки их просто клепает, ребят. О, их там две уже. Все понятно, почему тут такой замес. Нате, бабушки, угощайтесь фаерболом. Бесплатно. Так, ну что, я думаю, что здесь мы пройдем, ребят. Воблеры свое дело делают. Голем прикрывает. О, даже карточка выпала. Отлично. Ну что же, первый уровень пройден на ура. Но это только начало. Поехали на второй, так. Вот чего я боялся. Чего боялся, того и дождался. У нас летучая мышь, ребята, добавляется. Которая летает, плюется кислотой. В общем, все самое лучшее, что можно себе только пожелать. Но мы-то, ребята, не из легких, да? Сопротивляться будем как можем. Блин, ну некро. Под защитой мыши это, конечно, очень тяжело. Давайте посмотрим, кто у меня воблер, справится с ней или нет. Понятно все. Воблер, ребята, не справляется. А почему не справляется? Где отсюда? Потому что он просто, ребят. Ой, как тут хреново. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Плюется, он плюется, блин. И плюет именно воблера мне, а. Так, отлично, пока вроде бы неплохо. Фаербол нужен мне, срочно фаербол. О, давайте вот так вот сделаем. Ну, некрульку-то завалили? Завалили. Ну что, я могу сказать вам, ребята, все, победа здесь за нами. На! Слушайте, ну сложновато, я представляю, что дальше будет. Дальше-то что у нас? Кто добавится сейчас в эту... Да, камикадзе. 47 уровня, камикадзе. Да, такие как воблер, мечник будут у меня падать на ура. Плюс, представляете, да, будет прикрывать некро эту всю срань. О-хо-хо-хо-хо. А из танков у меня, как вы понимаете, ребята, только лишь голем. Из сильных танков, я имею в виду.
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, колобки сейчас, ну это понятно, ребят. Сейчас вот эта вся шваль будет на меня лезть. О, вот он, камикадзе. Сейчас будет бумкать тут всех. Давай-ка вот так вот сделаем. Во, вот о чем я вам и говорил, ребят. Давай, воблер, воблер, спасай, родной. Вся надежда на тебя. Хотя бы так, ребят, хотя бы так. Ёпарасоте, нет, нет, голем, куда ты упал у меня, ё-моё. Взрыватель этот пришел, ух, всех положил. Всех положил просто. Так, ладно. Я, если что, ребят, на фаербол встану. Пошел ты отсюда. Будет ничего делаться. Блин, вот если бы два или три воблера сразу бы стояло, было бы хорошо, ребят. Один, ну не справляется он, блин. Как бы он ни старался, ничего у него не получается. Плюс еще взрывной камикадзе тут сейчас был. Плюс отравленный у меня голем. Но замок, тем не менее, мы, ребят, уже разбираем. Есть небольшой шансик, есть. Так, взрыватель, естественно, как же без него-то? Естественно. Давай-ка мы его так добьем. Все. Теперь осталось только лишь разбомбить базу. И мы это делаем с удовольствием, ребятушки. Ха-ха, отлично. Проблема тут уже совсем в другом, ребята. У нас с вами энергии-то нету, к сожалению. Вообще нисколечко ведь, да? Вообще нисколько, ребята. И гемов у меня нету, чтобы я мог восполнить ее. А место я занимаю здесь третье, хотя недавно был на втором. Кто тут у меня? Вот этот какой-то прыщ опередил, а? Реймонд. Так, ну кран я понял. Так, Реймонд, блин, меня это не устраивает. Ну-ка, ребят, дайте-ка я... На арену же тоже, по-моему, энергия, да, нужна? Черт подери. А когда через 7... Ну, я, ребят, наверное, успею все-таки занять первое место. Тем более, я так понимаю, это золото. Да, это золотая лига, ребята. Потом, наверное, только лишь платиновая, наверное. И вот 21 карточку высшего уровня я бы хотел получить, потому что вот этих дамочек у меня нету. А так бы я сразу их мог получить и открыть. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Получилось, конечно, коротко, но насколько, ребят, хватило энергии. Так что... Так, дайте-ка я вот это вот опрапаю. Оп, отлично. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребят.